Всем привет, с вами сервис-центр GSM Moscow. Если на вашем iPhone 7 не работает виброзвонок, то самая распространенная неисправность – это неисправность самого виброзвонка, либо проблема с нижним шлейфом. То есть необходимо заменить либо виброзвонок, либо нижний шлейф. Мы вам ответили на вопрос, из-за чего может не работать виброзвонок. Если у вас есть вопросы, пишите нам, либо звоните. Всем пока.